Добрый день. Вечер, точнее. Да. Андросов Иван, игрок команды «Депортива». Иван, что расскажешь про сегодняшнюю игру? Да, игра показалась очень напряженной. Проигрывали 2-1. По сути, получается, волевая победа. Точнее, 1-0 проигрывали. Выиграли 2-1. Волевая победа. Вот. Ну, дай бог. Все вернулись с морей. Все вышли из запоя. Вот. Игроки. Состав сегодня был оптимальный. Поэтому, в принципе, принес плоды определенные. Могли забить гораздо больше. Первый тайм штуки 4, а то и 5 вообще просто. Мячу не было одеваться, как ворота, но он почему-то не попадал в эти ворота. Вратарь звезду поймал у соперника, просто какие-то немыслимые тащил мячи. Соответственно, куча сейвов у него. Ну, теперь. Естественно, да. Он там себе карму себе поднял немножечко. Поэтому. А так, в целом, игра была прям тяжелая, очень тяжелая, да. А как вообще рассчитывали то, что игра будет складываться? Ну, были какие-то предположения? Ну, по турнирным, по турниру, если говорить про... Ну, группу, да. Говорить, да, положение в группе, то, в принципе, команда «Солнце», я не знаю, там она уже на предпоследнем месте, на четвертом месте. Мы знаем, может быть, еще у них есть шанс там зацепиться за второе место. Вот для нас, как бы, уже первое место, по сути, мы уже вышли из группы. Думали, что так будет легкая прогулка, игра, но видите, оказалось, что... Оказалось, что пришлось отыгрываться. Да, пришлось отыгрываться, да, включаться в борьбу. Вот, ну, дай бог, что выиграли, да. По судейству как? Пару слов буквально. Нет, судейство, как всегда, адекватное, все, вопросов никаких. Отдельно хотелось бы сказать спасибо тем игрокам, которые, еще раз повторюсь, вернулись из запоя, с морей и так далее, поэтому... Вернулись, в общем, в строй. Набираем форму, да, идем дальше. Приветствую. Привет, привет. Представьтесь, пожалуйста. Я Кэп Солнце, Андрей Зарудаев. Андрей, что расскажешь про сегодняшнюю игру? Слушай, ну, обидно, конечно, проиграть на последней минуте, можно сказать. На последних минутах вели 1-0 весь матч, бились, все хорошо было, но удача была не на нашей стороне. Они забили свои моменты, мы как всегда. Вратарь, конечно, ваш тоже, да, молодец. Вратарь, только... конечно, сегодня творил у нас чудеса. Но он каждый матч, наверное, творит чудеса, согласись. Да, он сегодня выручил, наверное, 5 моментов, просто таких мертвых взял. Ну, а мы свое не забили. Ну, а есть хоть положительные моменты из игры сегодняшней? Ну что, мы с хорошим соперником показали хороший футбол, действительно достойно. Они вырвали победу на последних минутах, подсобрались. Но нам не хватило немножко. Поэтому вдвойне обидно. Мы могли, конечно, выиграть этот матч, но не выиграли. Желаю вам дальнейшей удачи в любом случае. Удачи.